А это вообще законно, да? Вот так вот. А в ты смотришь Perpetus Play. Меня зовут Саша. Играем Far Cry Primal. Здесь у нас охота, там киска охотится за кем-то. Вон она, если что. Крадется, но ее не видно ни хрена. Потому что она, видимо, в стелсе, да? Но вон там она прячется. Возможно, после этого ломанется на Такара. Нет, она решила убежать. Вполне возможно, попал. Сейчас посмотрим, если будут следы крови. Если тебе нравится Far Cry на канале, если ты ждешь его продолжения, то поддержи лайком, потому что это очень влияет. Я, конечно же, радею за благополучие канала, и когда вижу, что YouTube гнобит его, естественно, пытаюсь всячески это изменить. Нет, стрела моя вот. А киса аж где-то там. И она, по-моему, нарвалась на то, что она не сможет скушать. Ай, киса, киса. А? Я же говорю. Откусила больше, чем смогла проживать. В общем, я радею за развитие канала. А без развития канал в принципе не живет на Ютубе. Это такая вот фигня. И прежде всего, мне важно, чтобы зрителям было интересно. Да, мне игра может нравиться сколько угодно. Мать! Так его нахрен! Ты... Ну, правильно. Такар оказался не самым крупным хищником в этих, мать его, джунглях. Так вот, фигня в том, что я, конечно же, могу любить игру какую угодно, и эта игра очень классная. Должен признать. Но тем не менее. Еще больше мне нравится то, что я могу общаться с тобой и делиться именно с тобой. Этой игрой. А попал ли я? Попал, причем прямо в голову. И там девчонки какие-то. Что там они устроили, не знаю. Сейчас мы быстренько подкрадемся и убьем. Отлично. Ах ты. Да блин. Ладно. Ну в тебя-то я попал. Хорошо, они здесь тоже охоту на волков учинили. Ты не хочешь поесть, а, кис? Так, опять? Убить. Ой. Это не то, что я имел в виду. А, там эта кошка подальше. В общем, для меня важно, чтобы тебе было интересно. Если тебе не интересно, YouTube это... Четко видит, ты посмотри на него, а? Yes! По-моему, в башку. Ну, близко, знаешь, близко. В общем, охота не дает сосредоточиться на мысли, но для меня важно, чтобы тебе было интересно, ибо если тебе не интересно, YouTube это четко видит, потому что ты не взаимодействуешь с видео. Лайки, комментарии, вот это вот репосты, если этого нет, YouTube просто шлет нахрен канал. Сразу и полностью все. Давай отправимся за этой охотницей, за заданием ее. Потому что именно о ней было много комментариев и под прошлой серией, и под позапрошлой. Но под позапрошлой еще были комментарии и насчет урки. Конечно же, сперва мы аванпост зачистим, потому что что же он тут стоит такой незачищенный, да? Ребята патрулируют аванпостеры или так? Значит так, киса. Да. Прикинь. Взяли в оборот.
Это ты попроще. Давай. Так, надо, конечно же, не забывать Такара подкармливать, потому что он пробежал 3,5 метра и все, устал. Все, я устал. Слушай, я съел второй кусок мяса, но он не отнялся. Или у меня галлюцинации? Хрен знает, ладно. Все, гуд. Пошли дальше. Это козочки? Нет, на козочек я охотиться сейчас не планирую. Хотя можно было бы. Разок. Вторая ушла. Ну вот, копье поломалось. А ты говоришь, копье, копье. Нет, видимо, уровень сложности влияет и на копья, потому что они вообще никакие. Ломаются на раз. Метай, не метай, в камень, в мясо, в что угодно, оно ломается сразу же. Это копье, блин, ломается в легкую. Конечно же, я хочу его сделать, потому что мне нужно больше копий. Мне нужно больше копий. Копии никогда не бывают лишними. Так. Где-то там это дело. Этот козел нам не нужен. Ах, да. Нет, серьезно. Убивать просто так не вариант. Значит, я научен горьким опытом убиваемых, убивающихся с высоты котят, поэтому я его и отозвал. Кто же меня здесь видел-то, а? Ты, что ли? Офиг его знает. Так, ну это уже аванпост, да, начался? А неплохой у них тут курганчик, а? Ты посмотри! Я такую постройку в жизни не видел еще здесь. Это совершенно другой уровень. Блин, и рассвело. Вот как назло, раз и рассвело. А что, вся братва внутри? Я чувствую, если так, то... Если так, то здесь я действительно сейчас вызову этого медведя. Но что-то маловато их снаружи бродит. Ладно, давай попробуем сперва так. Не вовремя расцвело, я так думал, классно будет сейчас под прикрытием мрака, ночи. Господи, ну не пугай меня так. Класс! Да, я так и знал. Я так и знал, что примерно так и будет. Я понял все. Я, мать его, все понял, поэтому мне нужен самый большой, мать его, медведь, которого можно здесь призвать. Да ты заколебался своими огненными бомбами, мать твою! Одна в руке взорвалась, да? Миш, иди разберись, пожалуйста. Да. Твою мать! Ох, мне этих огненных бомб-то не хватает, как, а? Миш, ты там разобрался, нет? Чё-то не похоже. Иди убей их. Да в смысле, алло? Когда я по нему вообще попаду? Мне очень все нравится. За исключением того, что Мишу сейчас убьют. А, ну понятное дело. Класс, его свои же в голову пристрелили, да? Вот это я тут, конечно... Потерял медведя, мать его! А, как мне это нравится, да? Ладно, я пойду. Нет. Секундочку. Да, я понял, сейчас там будет орда их, но ничего страшного. Я заберу того медведя, который здесь шастал на горе. Внимание, внимание. А ты говоришь, эти самые, уничтожай.
хреновины, которые здесь. Дудки. Как их уничтожишь, если для них хрен доберешься? Ага. А где же Мишечка? Где же Мишечка? Здесь леопард. Или не леопард? Да, прикинь. Это было не то, на что я надеялся, но ладно, так всегда. Да! Я знал, что будет жестко, но... Не рассчитывал, что настолько. То, может быть, все-таки как-то постелсить, а? Как-то. Они одного Такара убили, все, и расслабились. Да? Или нет? Знаешь, что меня возмущает на самом-то деле? То, что они так подло сделали, что когда Такара убивают, а медведь валялся, еще не мертвый. Если что, то все, ему хана. И где гребаный медведь, который здесь бродил? Я же четко видел медведя. Или они все, они куда-то делись после загрузки. Это облом. Это, мать его, облом. Но давай я попробую подкрасться к этой херовине и уничтожить ее. Ну как подкрасться? Тупо подбежать. А, ну конечно. Так, секундочку. Вот это говно нахрен. Есть еще такое говно здесь, нет? Есть! Да как ты успел дунуть-то, мать твою, алло! Как у него это получилось-то, а? Жопой, блин, развернулся и с лету. Твою мать, и дуют до сих пор? Вы серьезно? Там разве не две их было? Дядь, что думаешь? Ты самый модный, да? Ну-ну. Да! На! Я потом тебя убью. Yes! Да блин! Чё это было-то вообще такое? Алло, три полоски! Три полоски, да? Нет, секундочку. Это уже дело, мать его, принципа. Как же мне нравится эта хрень. Мясо, что характерно, убавляется. Интересно, прибавляется ли опыт? Или он тоже сходит на нет? А хрен знает. Сейчас 900. Посмотрим, сколько будет, если убьют. Было бы справедливо, что раз расходники расходуются, то, наверное, надо было бы и... Насколько он крут. Надо было бы и это. Опыта добывать. Как-то. Пожалуйста, только не психуй. Ему мясо кидать-то бесполезно, да? Тихо-т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 ихо
Ладно. Ну. Давай попробуем. На мамонте я еще этого не делал. Это будет максимально по стелсу, да? Прям вот тупо стелс, прям термоядерный. Ну давай. Смогу ли я расхерачить это говно? Не смогу. Ох, меня здесь отстрелят. Только так. Да. Может быть, был более большой бы мамонт, было бы иначе, но так не судьба на мамонте. Это бурый, да? Да, это бурый, этого медведя нет. Ну ничего, мы его и найдем еще. Ладно, 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 ладно. Вот знаешь, они прям все сводят к тому, что не по стелсу. Прям вообще никак. Прям, ну вообще никак.
Ага. Насколько это было тихо? Говно. Настучали тебе, девочка. Башке твоей. Зачем? Зачем? Зачем ты это сделал? Мне и так видно. Где третий рог? Они явно имеют где-то здесь третий, мать его, рог. Мне бы трупы обыскивать еще, конечно, надо было, но ладно. Вряд ли оно зашло внутрь. Хотя всякое может быть. Ага. Явно где-то третий рог здесь внутри. Я не успел нажать ту хрень, потому что я поздно заметил. Класс, Токар, мы загорелись. Так вот, объясняю. Где? 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 Объясняю, почему сейчас сработало на F в лобовую. Потому что в это время мы были по факту в стелсе. И они нас как бы не заметили еще, мать их! Так, нахер пошла, коза драная! Ну что, где еще? На! Yes! Вынес мозг просто! Короче, понятно. Надо любыми правдами и неправдами. Единственное, что когда до того, как Токара пару раз не убили, и он не оказался чуть дальше от этого входа в аванпост, замечали, мать их, сразу. И поэтому добраться до рога было не очень-то и легко. Булкасур полный. Но да, надо всеми правдами и неправдами добираться до рога. Вот здесь был хороший хет-трик, я считаю. Просто отличный. Ай, да. Не надо мне жечь дубинку. Жаль, я не могу взять даже бомбы. Покуда Токар ими не умеет пользоваться. Ни хрена себе здесь ходов, да? А-а-а. Ну теперь понятно, откуда они прибегали к нам. В таком количестве, да? Ладно, здесь зажги, хрен с тобой. И здесь таких ходов, мать его, не горюй. Да, блин. Что-то интересное может быть здесь где-то? Нет. Мы просто захватили этот ванпост по приколу. Такое бывает здесь. Порой. Ю. Ладно, по приколу так по приколу. Хрен с ним. А, так, выключи, пожалуйста, свет. И так, светло, капец. А где труп здесь был? Когда-то. И здесь. Ну, съели так съели. Ладно. Отправляемся вот сюда. Я думаю, пехом будет норм или... Ладно, давай отсюда. Все-таки. Чуть-чуть быстрее, да? Лишним не будет. Итак. Мы, конечно же, поедем, мы помчимся. Медведя жалко. Ничего страшного. Это только повод добыть еще одного. А что там такое, а? А что тут такое? У дамушка!
Ой. Да, попробуй меня догони еще. А мой куда смотрит? В смысле? Слышь? Во. Слушай, а этот отличается. Он еще круче был как-то чем-то. Вообще, насколько я знаю, саблезубых круче только вот этот. Но это явно не он был. Ладно. Фиг его знает. Не хочешь поесть? Поесть не хочешь? Ладно. Только с рук гаденыш кушает, а? Чё что-то ревёт такое? Что, еще один какой-то? А-а-а. Кисуля ждет своего часа, ну-ну. Вперед, жди, давай дальше. Ладно, у нас задание, у нас миссия. Мы близко. Помощь Винджа? Где? А где помощь Винджа? Там где-то. Это маленький оборзевший як. Которому хана, да? Я говорю хана. Кис, взять его. Это мы так Винджу помогаем, да? Ну. Может быть, сейчас поможем еще. Задрал. Кис, спасибо за помощь вообще, слышь? Да. Надо еще пару кусочков, а то. Такар устал. Такар хочет кушать. А заметь, человеченку-то, а? Больше любит. А что ты там перетащил на свое место, слышь? Прям вот как домашний котяра. Дашь ему оно бах в зубы и в кубышку. Чё там такое? Блин, ладно. Только бы киса не убилась. Ребят, чё такое? Это мы сейчас их куда-то поведем, да? Или будем оборонять? А, мы будем оборонять эту точку. Молодчина. Умничка, прямо в башку. А можно где-то так, чтобы они... На зуб попались, а? Давай, я готов уже. Спрыгнул, да? Молодец. Мой котик все сделает. Ну, не совсем все. Кот, только живи, пожалуйста. Молодец, умница. Ничего, ребят, сколько там еще их будет? Немало, я думаю. Хотя. А видно ли мне здесь будет? Может, я сейчас они будут бежать, а я их из засады. Раз, тюк одного, тюк второго, тюк третьего. Они предпочли не ломиться сюда, да? Сука, застрелили. Ну твою ж-то мать, а ну как же так? А, ну естественно, они с другой стороны пошли. Сразу два племени, да? Киса? В атаку! Да твою же мать! Как это так вообще, а? Класс! Как им это удается просто? Как им нахрен это удается? Кот, минус кот. Ну твою-то мать, а? И где это было вообще у нас? Охрен, мы провалили здание и все. Такая вот суровая жизнь у Такара. Вот такая вот суровая жизнь.
Ладно, поехали на медведи, потому что я никогда туда не доберусь. На самом деле здесь не стоит отчаиваться по поводу животных, потому что они на этом уровне сложности умирают быстрее, чем токар. Так что просто успевай переручать новых. Серьезно, помощь Винжа, да? Серьезно, мать твою? Ой. Да ладно, я пошутил. Ладно, давай. Медведь будет здесь, да? Насколько меня здесь видно? Медведя видно так точно. Миш, ты не хочешь там их жрануть? Но еще явно один другой здесь и... Сука, ты посмотри, сколько в нем стрел просто. Ты посмотри, сколько в нем стрел вообще. Вали! Миша! Молодец. Спас. Так, все, сейчас пойду с другой стороны, да, убивать наших. Ладно. Миш, обратно. Обратно ломимся. Да, я уже вижу. Ты посмотри, какая меткость-то, а? Да ты охренел, а? Миша, покушать, нет? Ну нет, так нет. Ах, сука. Ладно. Давай. Рискни здоровьем. Давай, заползи, ну. Мать твою. Миша. На, пожри, пожалуйста. Давай, я знаю, ты тоже только с рук и ешь. Да все, хватит гладить, хватит ласкаться. Серьезно? Токар! Война, мать твою. Я знаю, что это не конец. Я просто чувствую, это не конец. Быстрее, пожалуйста, в этот раз быстрее. Удам оттуда. Те отсюда. Ты подумай, а? Yes! Миша? Твою мать, а? Мишунь, Мишулька, молодец. Ты же моя радость, а? Так, сейчас удам еще пойду, да? Ребята все живые, я удивляюсь, как им пока удается это. Я так и знал. Сучара. Давай. Давай. Я уже жду. Yes! Первая победа за сегодня. Ресурсы в нашем тайнике. Охренительно, да? Мы здесь повоевали. Наклепали кучу трупов. Да, мы молодцы, мы такие непобедимые. Токар и Миша молодцы в квадрате. На, Миш. Стрел здесь мы наберем вагонище. Мною уже и настреленных. Ну, не только мною.
И тут, конечно же, Винджа подключились те, которые вдруг, не пойми, с хера приперлись, да? Откуда? Все, день закончился. Винджа пришли. Так, все, нам пора на задание. Да, Миш? Нам пора. Так, давай парочку стрел. Все у нас хорошо. Мишка, пока что иди там это, погуляй. Мне куда-то наверх, наверное, проще, потому что сверху виднее, куда идти. Надо же добраться до этой охоты. А вот девчонка там вообще орет, а? Как будто, я не знаю, у нее сегодня день рождения. Хотя, знаешь, в принципе, можно и так сказать, она выжила. Мешок полон кремень, хорошо. Белый волчара, да? А это что такое? А, все, да? Давай все-таки спустимся, там, по-моему, камень южный, да? А он нам очень даже пригождается. Я знаю, знаю, знаю. Здесь без Мишки вообще не гуд. Гасится, поэтому давай. Да, молодец. В смысле, ты уже сцепился с ними? Да вы затрахали, мать вашу! Миш! Серьезно, тебя чуть не съели прям здесь. Шкура редкого белого. Конечно, добыта непосильным трудом. Нечеловеческой стойкостью и... невероятными усилиями. Так, а вот этот Миша будет добыт мной тоже. Миша! Стоять! Уас! Ну как же так, а? Ну как же так? Гребаные бомбы, мать его! Минус Миша? Или он не успел? Нет, он не успел, но того Мишку мы не взяли. Будет ли этот на том же месте? Хотя это вообще и близко не то место. А где то место, так хрен его поймешь. Миш! На, пожри. Пожалуйста. Да вы офонарели здесь, что ли, прятаться? Ты что, совсем бешеный? Казалось, что там этот медведь. Ох. Давай сюда свое мясо. Ну, может, и не свое. Давай, давай, рискни. Давай. Давай. Да как так-то? Как же твою мать? Козлище. Ах. Ладно, того медведя мы добудем еще как-нибудь в другой раз. Оно где-то здесь шарится. Кстати, может, он пропал, потому что ночь наступила, да? Так, подожди. Оно... нам туда. Вообще. Что-то вот какие-то разговоры там, да? Кстати, нам же нужны шкуры топиров. Так. Ну сдохни. Ну просто сдохни, твою мать! Нам нужны шкуры топиров на что-то там. Или я уже могу сделать? Сейчас глянем. Второй свалил, ладно, хрен с ним.
Миша, на линии огня стоишь. В одного точно попал. Сейчас пойдем, наверное, северный, отлично. Сейчас пойдем, заберем труп. Во. Отлично. Так, здесь еще что-то красные какие-то следы. Это, наверное, мы уже подошли к заданию вплотную. Отсюда и следы. Сдохнешь. Ух, нам. Да, это мы уже приблизились. Сейчас я возьму этого топира только. В оборот. О. Редкий. Так, отлично. Пускай будет костерок, мне нравится. Не надо спать. Зажги, пожалуйста. Мне очень нравится, когда оно здесь горит. Но здесь пламя такое прям. Верю. Знаешь, вот такое вот. Верю. Секундочку. Оно ухромало туда, но далеко убежать не смогло. Не хочешь отнять его, а, Миш? Ну нет, так нет. Ладно, все, побежали. Мы добрались до здания, но прежде крафт. Минутка крафта. Вот. Южный редкий камень. Вот когда уже были шкуры топира. Давай, делаем это дело. Хорошо. И давай, новое копье. Четвертое. А будет еще одно, и опять южный редкий камень, редкий южный клен и пыль. Вековая, мать ее, пыль. Так, 4 очка. 4 очка, сюда еще 2. А потом мы переключимся на что-то другое. Посмотри, какое копишко, а. Смотри, какое. Во. Какое. Найс. Да, Миш, нам сюда. За кем охотимся? Большой лосось. Следуйте за светлячками, чтобы добыть большого лосося для джеммы. Задание доступно только ночью. Понятно. Ну где этот лосось? Арчи, лаукарья пиадарш. Лосось сюда пошел, что ли? Хотя, хер знает. Ладно, за светлячками. А чё это? Лосось светлячки любит? Ну-ну. Там вообще-то светлячки. Ну ладно, лосось пошел вроде сюда. Так, там светится рука. Я бы ее сейчас забрал бы. Но не факт, что это будет... Не факт, что мы не покинем зону. Сейчас посмотрим. Подождите большого лосося. Но я как бы жду большого лосося и в то же время отзываю медведя, потому что здесь опасная высота для него. Ага. Пер там плавал, да? Секундочку. Мы же не покидаем еще ничего. Ух! Так, контрольная проверка. О, нам дали очко. 11, хорошо, а ну-ка. Дает что-то, не дает. Дает, но фигню. 270. Так, если я сейчас здесь спущусь живым, это будет чудесно. Но шансы, ну, такое, в общем. Во, отлично. Где этот лосось?
Это он, что ли, мурчит? А я что-то там такое вижу. Вот это вот. И что мне надо с ним сделать? Просто убить или... Или с пристрастием? Ну, мне шкура его нужна. Ему насрать, по-моему. А это вообще законно, да? Дождитесь. Типа, что-то пошло не так, потому что я решил руку Дайши взять. Или что? Бэмби, ты попутал вообще, а? Они к нему, что ли, идут? Или мне нужно подождать ночи, потому что уже день наступил, и все. А чё они сюда? Слёт Бэмби, что ли? Белого дашь? Нет? Шкуру белого! Я склоняюсь к тому, что надо побежать и поспать, потому что... Ну, потому что так. А вот хрен знает. Ну ладно, давай попробуем. До ночи поспать и прийти ночью, потому что, видимо... Не успели, что ли? Места он для костра выбирает постоянно, прям. Я тебе скажу. Так а толку? Или он днем выйдет? Может и так. Бегаю здесь, дурака валяю. Я уже здесь спускался. Может быть, реально днем выйдет сейчас? Да хрен куда он выйдет? Ну серьезно, ну слышь, лосось, блин, твою мать, выходи! Может, ему просто очень много надо, а? Серьезно? То есть, то, что я ему пикой башку проколол 25 раз, это ничего, да? Да пускай попробуют! Короче, по-моему, мы профукали достаточно интересный квест. Просто потому, что игра немножко пошла не по плану. Рыжего, белого, всякого мы, короче, набрали. Тут у дам где-то должны были появиться. Лось, видимо, должен был погулять, как я это вижу. Выйти погулять. Прийти у дам. Его пытаться убить. А я их должен был прикончить. Сука.
Да? Так? Кошку сейчас прикончит, ну ладно. Она тоже не промах, да? Молодец, кис. Молодец. Пожрать не хочешь? Хочешь, ты голодная прям. Давай, нямой. Все, что ли? Это все удам, которые здесь будут, да? Yes! Что там такое? Спасение Винджу опять? Где мы попробуем спасти? Винджу спасение. Ну, естественно, они всегда попадают в беду. Это у них хоббит такое. Не, нормально. Винджа. А где второй? А вот и второй. Кис, ну давай, отработанная схема, да? Ладно, кис, пока ты там жопу чесала себя. Я все сделал. А, дядь. Слушай, ты заколебал уже попадаться. Этим двум удамам. Мудамам, блин. Кстати, вот интересно, взяли мы шкуру редкого оленя белого? Не то. Барсука, кабана. Большого лося это не то. Редкого рыжего лося это то. Но не совсем козла, оленя. И редкого белого не взяли. Нету. Нету и все тут. Домой иди, все. Могу ли я проапгрейдить хоть что-нибудь? Угу, мамонта, ага. Глина. Ну, это вообще. Редкого льва. Ура. Полосатого волка. Мать его, найти бы его еще. Ничего не могу пока сделать с вами, ребят. Этих мы еще и не добыли. Но здание выполнено. Давай попробуем найти медведя вот этого, да? Пещер... А пишет он, когда появляется, нет? Очень высокая шкура пещерного медведя. Приручить умение, навык. Не пишут, но, наверное, сейчас можно найти его. Нет, это камень. Хотелось бы. Он бы нам пригодился капец как. Подержи стрелу, пожалуйста. Есса! Чё, ребят? Правда, у меня стрелы заканчиваются. Надо бы их наколбасить. Кстати, они нам не дали еще одно очко, нет? Нет, но мы близки к этому. Скоро я подниму Такару жизнь. А потом мы займемся тем, чтобы создавать по две стрелы. Да, это удобный и полезный навык, но, увы, жизнь важнее. Убивают просто как твари последние. Кис, залезь, пожалуйста, без происшествия, а? Я не сильно пекусь о жизни этого котика, потому что, ну, часто его можно встретить, да и он ничего из себя такого не представляет. Ну что, где этот Миша? Котяра, не хочешь выследить Мишку? По идее, где-то должен быть здесь, но... Судя по всему, все сводится к тому, что не стоит его искать отдельно. Если он попадется нам, то... Ну, попадется. Если не попадется, то не попадется. Какой-то удам орал. Вроде бы. А вот северный кедр, эта штука очень нужная. Я, пожалуй, все-таки его соберу. Тем более, здесь еще несколько веточек. Мне кажется, они там как раз того медведя убивают. О, редкий. Найс.
этого дам, что ли? Да все! Yes! Ты даже не понял, что тебя убило, да? Бывает такое. Редкий северный кедр — это очень замечательно, потому что он нам прям пригодится. Где-то здесь я еще одну палку видел. Во. Давай редкий, а? Вообще ничего? Класс. Но здесь уже начинается какая-то отвесная стена, или мне кажется так только? Что-то вроде края мира или нет? Здесь вроде крюк, нет. Давай. Может быть, здесь Миша будет? Очень сомневаюсь, но вот эту штуку я, пожалуй, соберу. Слушай, это не здесь мы плавали с токаром, нет? Да здесь! Ну да, я же говорю. Здесь шкура какая редкая будет, нет? Кремень. Меня заметили? Свистулька сломалась. Чего они там убивают? Вот неужели медведя, а? Мать, иди в жопу. Да квай! Мама! Киса помогла все-таки. Я вот наговариваю, а она помогла. Умничка. Отпугнула, а вроде сейчас еще и задрала. Не, гоняет, гоняет его везде здесь. Все? Посмотри, сцепились, а? А я таки попал в него! Или это стрела у Дамбла? Одно из двух. Одно из двух. Шкура, мясо, шкура, мяс, шкура мясный. Нету здесь... Да кто ж меня здесь видит-то постоянно, а? Черти. Нинджа. Тимворк, ребят, тимворк. На. Кушать заслужил. Молодец. Древесина. Древесиной. Мы, наверное, сейчас справимся по другому заданию совершенно. Кстати. Мы здесь вроде были. Топ. Кость полон. Кстати, сумочка-то наша новая, найс просто себя показывает. Этот дядь токар прям модно отстрелил кисулю, да? Не вижу смысла идти туда внутрь. Больше вижу смысла смыться на другое задание. А именно вот к этим ребятам. На север, да, пойти немножечко. Повоевать. Мишу мы не добыли, и Саблезуба тоже. А он здесь. И вот хрен знает, где это, мать его, здесь есть. Но я хотел выполнить это задание, а потом отправиться туда. Давай. Тем более там вроде бы, если я не ошибаюсь... Ах, да. В смысле ревет? Давай! Ну?
Он же заинтересовался, нет? Почему нет? Недостаточно ранен? Или как? Я же ему мясо-то бросаю! О! О! Да ты заколебал меня, алё! Вот это был хороший хук! Я прямо охренел, насколько хороший! Нет! Мать! Охотник всратый, а? Может, это он на них напал, а? Не, это опять белый волчара. Точнее, не волчара даже. Как хорошо, что они целятся не в меня, да? Как замечательно. На. Интересно, задрали? Давай. Я не понял, на каком я вообще свете оказался в этот момент. Ну что? Так, ладно. Это не то, что нам надо бы. Но я могу и тебя в легкую размотать. Прямо в башку пришелся удар. Иди сюда, мать твою. Иди сюда, котик. Вот и все. Жри его. Не? Угу. Ладно, отправляемся. Мы найдем еще и саблезубых, и саблежопых. Всех найдем. Снять шкуру. Сейчас, хватит тебе для перемещения, блин. Во. Выполним быстренько это здание, пойдем туда на север. Там медведи. Медведи это вводятся, и саблезубы эти водятся, там все водится. А киса уже здесь. Так, ну в принципе, дешевле будет по... спать, да? До заката, давай. И отправимся на это здание. Это как раз под той пещеркой, да? А точнее, под той горой. В той пещере. Или нет? По идее, да? Кусок дерьма, а? Хватило. Собака-барабака. А может быть, это и не то задание вовсе. Сейчас поймем. Кисуля. Вон спуск. Волки. Хорошо. С волками мы разберемся, я думаю. При помощи мишки. Наверное. А, Миша, давай. А, вот прям здесь. Лунные грибы для новорожденного Винджа. Давай. Ма
Я должен найти лунный гриб. Он какой-то хитрый, да? Отмеченный чем-то. Или что? Давай, я как раз новое копье испытаю. Ну? Рискни. Понял? Так вот. Дропанули нормально, волчары. По-моему, он там сканал. Да, это та пещера. Теперь она открыта. И сюда Миша не запрется, да? А сюда вообще никто. Да, вообще никто, ладно. Здесь супер темно, поэтому давай включим свет. О, как. Да? 5 грибов. Хорошо, хорошо. Класс. Я слышу, там волков вообще до хрена. Зажегся. Да ты офонарел, что ли? Так. По-моему, еще один был. Неужели медведь? Жал! Жал! Серьезно тебе говорю, жал? Странно. Может, его лучше завербовать быть проще намного. Давай, 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 давай. Давай! Как-то Такар странно себя ведет здесь порой. Ну, мать твою, рискни. Рискни. Миша. А я тебя жду. Отбегался. Кажись. Где там эти грибы, блин? Секундочку. Застреленный в голову медведь. Еще грибок. Зеленый там наверху. Ну давай. Ну чего ты? Странно. Че пара, да? Уцепился. Но зачем? А, незачем. Вот они. Раз. И два. Вызывайте подкрепление, что ли, из медведей?
меня больше не надо, а вдруг на какие-то другие нужды. Нет, значит нет. Все, на выход, я понял. Это было достаточно быстро. О, так ты прям... Здесь? Спасибо, Такар. Я отнесу это ребенку. Давай. Сама не обдолбайся там по дороге. С Мишей получилось, конечно, весело. Но это было прикольно. Это было прикольно. Стремительно, не прикольно. Надо отдохнуть. Отдохнуть, как я люблю, до заката. Во. Как думаешь, удастся найти еще по дороге Мишку? Странно, обычно показывали немножко другую картину, ладно. Глубоко Такар окопался, видимо, отсюда не проглядывается. Что там на поверхности творится? Если я правильно помню, выход где-то здесь. Их здесь парочка, но... Да-да-да, холод. Холод, холод и голод. Нет, это уже не наше мясо. Ладно. Итак, дядька. Где-то там есть 400 метров. Я помню, здесь был аванпост один жесткий, супер жесткий аванпост. И не факт, что мы сейчас с ним сможем совладать вообще-то. Поэтому я туда идти не очень хочу. Мамонт. Так, ну его нахрен, этого мамонта. Миш, я надеюсь, мы ему на глаза вообще не попадемся нахрен. Потому что это здоровый мамонт, тех, из разряда тех, на которых мы не поездим. Так, Миш, а чё я бегу отдельно, а ты отдельно, слышишь? Миша! О! А это чё за кошара вообще? Который у нас есть или который у нас нет? Все. Ох ты, вонючий, ты у меня отгребешь сейчас. Мать! Сраный яд. Ни хрена себе, блин. Шваркнула, а? Мощно. Кису они так и не задрали. Ну, правильно. И я от нее отвлекся, я даже не знаю, что это было за киса. Редкая какая или... Не очень редкий северный. Это отлично. Такс. А вот оно лазит. Вот оно лазит. Кис. На. Давай. Ну клюнь, клюнь уже. Нет. Видимо, ей сильно дали по рогам, да? Она уже не доверяет людям. Или нет? Как думаешь? Ладно, Миша, ладно, я понял. Это вообще что такое нахрен? По-моему, это не то, что у нас было, это немножко другое. Леопард. Леопардов у нас еще не было. Ягуары были, леопарды не были. В принципе, сила меня очень даже радует. Скорость, скрытность. Отмечает зверей в небольшом радиусе. Прикольно. А ну-ка, покажи мордаху. Леопард. Ну да. В принципе, это было по дороге, да? Мне бы еще здоровенного медведя найти. Может, ответишь его, кисуль? Отметишь, точнее.
Так, что-то мне кажется, надо идти в обход, да? Хотя мне не нравится обход, как это он очень большой. О! Явно там перегрохать удам надо будет. Нам бы яков каких найти, да? О! Так, отбой, котик. Отбой. Чтобы тебя не отбилось, чтобы тебя не пришлось отскребать от снега твою замерзшую тушку. А что там такое? А, топиры. Попал. Второй раз не факт. Кстати, сейчас может быть и... Возьмем. Мы мерзнем, но не критично. Око за око. Зуб за глаз. Куда топиры подевались, а? Секундочку, я сейчас тут видел одну хреновину. Держись. Меня что, зря этому учили? Сейчас, конечно же, нас будут убивать. Ну, со стрелой в жопе не так хорошо убивается, но... А это прям тот, этот самый, да? Беги, беги, беги. Сука, это, конечно, больно. Эта хрень бьет по площади. Ну что, ребята? Как тебе твой яд? Оценил? От кусок дерьма, а. Слушай, я абсолютно зря сам ломанулся сюда. Я могу так и замерзнуть. Есть. Мясо заканчивается, но есть еще. Мясо в мясовницах. Так, а вот стрелы, конечно же, в мясовницах закончились нахрен полностью. Это не значит, что я не могу их сделать. Разумеется. Ну-ну, ребят, ну-ну. Да твою мать! Все в порядке. Все в порядке. По-моему, вообще все нормально. Прямо в голову попал. Вот урод, а. Ты посмотри на него. А, ладно, ладно, надо перебазироваться, да? Наступает момент в жизни каждого винджа, когда надо нахрен сваливать. А можно сюда зацепиться, нет? Ладно, давай чуть повыше. Окей. Так. А, Миша, 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 Миша. А это та еще тварь.
Я думал, сейчас по легкому мясу срублю. Воу. И куда он наделся? Ага. Достань меня здесь. Миш! Миш, просто грохни эту тварь! Все. Мы тут и охотимся, и что хочешь делаем, вообще все делаем. О, у него мясо. Прям до хера. 10 кусков. Так, так, 3 стрелы, да? Миша, стой! Промазал, прикинь. Отлично, и не вставай. Мишка, помогай. Я бы забрал свою кучу стрел из них, но их для этого надо еще найти. Сука, ну ты урода. Yes! О как. Ну тут по сусекам можно, конечно, моих стрел пособирать, но это не то. Это не то. Давай залезем вот сюда. Где там трупы были вообще их? Да. Где-то вот здесь, да? Во. Давай, давай, давай. Миш, аккуратней, пожалуйста. Я тебя прошу. Будь спок. Да, всего 8. Всего 8. Конечно же, много стрел сломалось, много стрел не попало в цель, но на то их у нас и до хрена. Не добросим. Дядька, ты что думал? Я за стрелой за своей не прибегу. Да, это тот. Хотя, может, и не тот. Нет, там водопада не было. Миш, пожалуйста, не разбиваться. Я тебя умоляю. Только не это. Давай-ка я тебя отзову, пожалуйста. Не надо так. Так, нам туда, но я на секундочку нырну. Это, наверное, нас убить может, да? Но то, что замерзнуть можно теоретически еще быстрее. Рассчитывал найти здесь что-то полезное. Здесь чего-то полезного прям нет. Как ни странно. Токар не замерз, когда вылез. Я рассчитывал, что... Если они уже в реализм ударяются, то замерзнуть как нехрен. Можно, когда вылезешь. Так. Я уже слышу какие-то душераздирающие крики. Я уже, мать их, слышу. Слушай, и что это такое вообще? Одноглазый, это ты? Прошу. Брат! Это Мог. Мог. Мог, это мой брат. Ты драться сильно, Мог. Но я раздавить тебя. Он не выжил? Мог сказать последние слова. Короче так, ты живой вообще? Мы идти, брат. Хорошо, тебе хоть второй глаз не выбили, а? Понятно. Мамонта привезти? В эту ночь? Я уйти к своему сыну. Класс! Нет, Каруш, Вин же ждать тебя. Нет, ты живым от нас не уйдешь. Идем давай. Я медведя приведу, хочешь? Кататься на медведях это прям мое. Или что, мы его посадили на спину себе. А-а-а. Ну давай.
Парни рубят двери. Давайте я вам помогу, ребят. Как горится? Сидеть, Миша. Что, все, что ли? А чего нам сделать-то надо с тобой? Мне тебя взять или как? Поговорить. Для твоих ран. Сок мяса, да? Да, пожалуйста. Yes. Замечательно. Да. Мать. Как тебе, дядь? Ты посмотри, как он перегорает-то быстро, а? Как мне нравится это дерьмо, а? Класс. А все потому, что кто-то убежал вперед и отхватил. Да знаю я все. Мать твою, а! Я сделал это зря. Живой? Не очень. Корушка, пожалуйста. Корушечка. На! Мясо. Блин, стойка! Быстрее, пожалуйста. Нет, токар, только не это. Да кто же это такой, мать его, крепкий, а? Хорош, живи! Где эти твари? Как мне полечить Каруша? Не, и себя лечить надо. Сука, я их не вижу, они белые. А. Миш, ты просто умничка. Мы с тобой просто космос. На, Миш, поешь, пожалуйста. Сейчас вторая атака пойдет, да? Каруша восстанавливается жизнь, но, блин... Она восстанавливается крайне медленно. Вот эти парни с копьями. Это тема. Каруш, ты живой? Спасибо. Мясо. Все? Сегодня убить Мога. А ты, Токар, убить всех остальных. И вот это вот задача, мать его, посложнее. Хватит выпендриваться, слушай. Ты дать Карушу под зад. Братья, да. Да ты заколебал уже, а? Пни его по яйцам, а? Разрешаю. Ну, хоть так. Тебе мало навалили, я не понимаю. Мог мертв. Дух моего сына спать. Ну вот, а ты рассчитывал, от нас сам уйдешь так быстро. И легко. Скоро! Мы встретимся в деревне, брат. Угу. Ты там тоже всех убьешь? Мало ли, у него психологическая травма. ХЗ. Что он там сделает? Так, но... Я очень рассчитываю, что нам дали достаточно очков, чтобы наконец-таки прокачать жизнь Токару. Да, отлично. Просто замечательно. Недаром оно, конечно, 6 единиц стоит. Но это, мать его, надо. До двух стрел нам еще далеко. Ну ладно, мы начнем это дело. Зрение охотника изучим сразу. И еще 3 очка сюда надо. Наконец-то. 4 единицы жизни. Это уже намного лучше. Интересно, что-то там интересное было или нет? Мало ли.
Мешок полон. Для мяса не полон. Зеленого листа тоже не полон. А, это все. Хз, тут еще были трупы, но, видимо, их уже замело снегом, да? Вероятно. И там еще задание какое-то, деревня или что там? Задание в пещере. Хорошо, сделаем мы задание в пещере. Здесь пошла прямо жара. Но это было стремительно и почти без смертей. Просто замечательно. Если бы еще он не подставился, так вообще было бы все зашибись. Странно, мы стали мерзнуть, мне кажется, еще меньше. И это зашибись тоже очень даже приятно. Что нужно для этого дела? Редкий южный клен, это не так и проблематично, в принципе. Можно будет скоро сделать, я думаю. Найдем, найдем. Угу. Кровь уруса еще. Ну. Редкий южный камень. Угу. Кожа грызть рыбы. А вот это вот надо будет. Надо будет, да. Угу. Хорошо, в принципе, у нас все очень даже гуд. Разовьем вот эту штуку, вот эту, а потом, ну, я не знаю, напиши, что... Что лучше? Во что лучше удариться? Можно в это, в принципе, а можно здесь у нее немножечко подразвить. Вот с этой прощой я еще не пробовал ею пользоваться. Посмотрим. Кстати, за что нам дают опыт плюс 6%? Фиг его знает. А... Вот это прикольная штука. И вот это вот надо будет сделать еще тоже. На все это надо еще 5 очков. Короче, дохрена очков на все. А этот лук, вон какой, резной, красивый. И вот оно, копье. При свете белого дня смотрится еще даже круче. Это ты нам дал? Или просто прилетел? Ладно, что ж. На этом на сегодня все. Если тебе понравилось, поддержи видео лайком. Если есть что сказать, комментарии открыты. А если тебе хочется поддержать канал еще больше, у тебя есть такая возможность. Оформь спонсорскую подписку. За это тебе респект. Уважение и бонусные видосы по субботам и по воскресеньям еженедельно. А ребятам, которые уже являются спонсорами, огромное спасибо за поддержку канала всестороннюю. И за игрушки, которые мы там проходим. Это прям респект. Они не умирают. На этом на сегодня точно все. Большое спасибо за компанию. И... Ба-бай!